Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Стрелакс Ролиплей. Ну так, друзья, сегодня серия новая, будет интересненькая такая. Вы заметили, что я купил здесь дом, и как бы видите, да? Все здесь купили дома, кстати, випка здесь есть, випка, можно иметь 4 машины. Вроде бы как, у меня випка тоже есть. И админка, кстати, смотри, какой рюкзак. Лол. Школьный портфельчик такой чисто. Видите, чуваки, все тачки тоже понакупали. Но у меня блат номера стоят. Почему 3А36, пацаны? Потому что А6. Ну а здесь почему такой номер? Потому что это мой любимый номер. Не знаю даже, на чем поехать сегодня. Вот, серьезно, даже не знаю. Давайте возьмем тогда этот Мерседес, на нем поедем. И купим себе нитро, поставим там или еще что-то. А у меня и был открытый. Сейчас поедем. Так, как он там заводится? Сейчас бы вспомнить. А, во. Походу сделали, что на КТРЛ просто можно машину завести. Но это прикольно. Мы все, конечно, понакупали тут дому возле меня. Ну, красавчики, что я могу сказать. Разве судьба можно взятки давать? Судье? Взятки? Не знаю. О, дальнобойщики. Конечно, у него подлагивает, но ничего страшного, у него там нету. Так. Михаил Белов какой-то едет там. На спарк там включать. Все, включается или нет? Во. Мне подлагивает малеха, но серия реально меня очень радует. Я здесь частенько играю. Смотрите, новые части добавили, кстати. Время показывают. Кстати, настоящее время сейчас показывают. Ну, красавчики, чем могу сказать. Мерси, конечно, тоже чётенький. Сейчас тюнинг поедем и поедем еще на автоматы. И какие автоматы, вы спросите меня? Сегодня сделали обновление, сделали автоматы в Разамасе. И я вам сегодня их покажу. Сейчас только доедем до тюнинга в первую очередь. Вы тоже заходите, обязательно играйте. IP, группу и модпак я оставлю в описании, если что. Так, вот этот мостик. Так, соблюдаем ПДД. Что-то нихера, давай, зеленый. Что-то мне поворотники, походу, убрали поворотники, либо я что-то не то нажимаю. S600, и вот этот кузов мне очень, кстати, нравится, красивый кузов. Такой вроде был у Жори Каревазова. У Жори Каревазова вроде такой был кузов, тоже Mercedes. Диски вот эти стоковые тоже классные, но если есть возможность, то мы поставим какие-то другие диски. Как мне говорили, тут тюнинг должны были добавить. Так. ТН. Тюн. О, ремонт из сети автомобиля. Остановить закись азота. Так, я надо было другую кнопку нажать, я не то просто нажал. Так, остановить закись азота. Система прямого впрыска. Установить диски. Блин, какие-то маловатые. Что-то не очень диски, кстати. О, неон есть. Желтый, зеленый, синий. Ого. Диски эти колхозные, я поставил какие-то. Может, какие-то другие диски поставить? Блин, ну эти прям колхозные. Ого, волосы поставим, вообще будет жесть. Аксессуары. Через гидравлика. Так, покинуть мне салон, да. Конечно, диски маловатые, блин, но все равно четенько смотрится. Вообще теперь четко, да? Теперь она и светится у нас. Наверное, можно было, конечно, другой неон поставить, но я решил синий поставить, чтобы в тему было.
Пневма поставилась? Да. Конечно, колхозно выглядит, но что поделать, такая жизнь. Сейчас доедем быстренько и поиграем на автоматах. Ну блин, конечно, диски надо было стоковые ставить. Надо бы просить, чтобы добавили функцию стоковых дисков, чтобы возвращать. Я бы на самом деле вернул бы лучше сток. Ну а так, восстановим. Ну они маловаты. Были бы побольше, смотрелось бы получше намного. А так они маловаты. Поэтому немного колхозненько смотрится и очень некрасиво, как по мне. Ну, в принципе, ладно. Сейчас быстренько доедем до Арзамаса, там у нас автоматы находятся. Номера, конечно, топчик. 3В3 восьмерочки. Мерседесик. Ля-ля, просто ля-ля. Так, поворачиваем. Нихера себе денег, я забыл. Не знаю, может я перееду в другой дом, либо еще какую-то тачку можно купить, как бы можно иметь 4 машины, я все какую-то бы еще купил. На самом деле. Что-то придумаем. В принципе, чтобы брать диски, можно этот мерс продать и купить такой же самый. Ну, если так, в принципе, поразмышлять. Сейчас заедем, где-то я не помню. Вот честно не помню, где точно они находятся. Сейчас попробую найти. Так. Не, на Марсе, конечно, топчик. Надо будет гидравлику поставить на столько колес, он бы нормально опускался. На этих они маловаты. Он опускается, но они маловаты для него. Смотри, как дом освещает. Лол. Это, конечно, прикольно смотрится. Смотрите. Лол. Ночью, наверное, будет вообще топчик смотреться, я думаю. Так, где-то здесь должен быть. Где-то он должен быть здесь. Сейчас. А. Колизей. Кому вот это оно есть? Так. Так, надо заглушить. Все, заглушил я двигатель. Вот здесь, по-моему, у нас Колизей. Так. И изучение... Так, вот автомат. Эти рабочие тоже. Проебал. Так, надо скриншотик сделать. Выигрыш. Я выиграл 1 000 000, чуваки. Вот это кайф вообще. А ну, тут что у нас такое? То же самое, ну-ка. Сейчас ждем наш выигрыш. Выигрыш 1 000 000, я что, поднял еще раз? Ебать! Пацаны, вот это фартанет сейчас. Так, 500 тысяч. Ждем. Я обратно выиграл. Пацаны, тут можно подняться, нехуй делать, отвечаю. А ну, я хоть один раз поиграю? Или тут вообще беспроигрышный вариант? Я выиграл обратно. Лол, а ну, где что-то еще интересно? Тут что? А, просто двери. Давайте скриншот сделаем. Вы реально видите, я тупо поднимаю. 500 тысяч. Ну, реально, это нормально. Вы проиграли, а не... Я 3 раза выиграл, теперь проиграл 500 тысяч. Ну, конечно, печально. Но все равно я 3 раза выиграл. Вот еще раз выиграл. Вообще поднимаем бабки на изи, чуваки. Так, будем пробовать разные автоматы. Давай еще лямчик, пожалуйста. Есть. Пацаны, просто тащим. Реально, вы здесь можете спокойно поднять бабло.
Как раз здесь бонус на серии 500 тысяч, пацаны, кто не знает. Просто приходите в казино, я, конечно, вам не гарантирую то, что вы выиграете, но можете попробовать и поднять лям. Я с первого раза зашел и лям поднял. Еще лям. Это просто великолепно. Так. Просто альт еще надо нажимать. 500 тысяч. Ай, проиграл. Надо подняться. Так. Чё не нажимаю? Привычка просто нажимать эту кнопку. Давайте, последний раз сейчас лям затащу или нет? Есть. Я затащил или нет? А, да. Ну, в принципе, мне этого хватит, чуваки. Мне этого хватит. Я поднял, сколько у меня было? 4 лям, по-моему, я поднял. Что-то с чекпоинтом надо намудрить. Ну ладно, в принципе, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.